Здравствуйте, уважаемые коллеги. Сегодня у нас в гостях Анастасия Юрьевна Харитонова. Она заведующая эндоскопическим отделением Института неотложной хирургии и травматологии. Анастасия Юрьевна, как специалист высочайшего класса именно по эндоскопии, сегодня всем нам расскажет, что же на данный момент может эндоскопия. Когда мы назначаем это исследование своим пациентам, что мы можем получить от этого исследования? Вам слово, Анастасия Юрьевна. Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня мы с вами поговорим об эндоскопических исследованиях желудочно-кишечного тракта в абдоминальной хирургии. Как известно, эндоскопическое исследование – один из наиболее информативных методов визуальной диагностики болезни и аномалии развития внутренних органов у детей. В настоящей презентации мы хотели с вами поделиться тем, что есть нового и доступного в детской эндоскопии на сегодняшний день. Все эндоскопические исследования подразделяются на диагностические и лечебные. Среди диагностических можно выделить следующее. Это стандартная гастроскопия с осмотром отдела тощей кишки и взятием биопсии, это зум-эндоскопия, это хромоскопия, это узкоспектральная эндоскопия, это эндоцитоскопия, также выделяют конфокальную лазерную эндобикроскопию, эндоузи, видеокапсульную эндоскопию, ну и, конечно, для осмотра нижних отделов желудочно-кишечного тракта это колоноскопия с обязательным осмотром подвздошной кишки. Анастасия Юрьевна, мы сейчас подробно все это проговорим, потому что не все врачи даже поняли, что вы сейчас произнесли. Сейчас мы поговорим о каждом исследовании отдельно и подробно. А вот среди лечебных эндоскопических манипуляций также можно выделить это удаление инородных тел, это бужирование или баллонодилатация стенозов пищевода, это стентирование пищевода, либо более дистальных отделов желудочно-кишечного тракта, также остановка кровотечения, удаление эпителиальных образований, установка зонда в тонкую кишку, если ребенок находится на длительном энтеральном питании. Можно еще маленький вопросик? А вот эти все уже лечебные манипуляции тоже делают врачи вашего отделения или тоже хирурги используют эти методы? Конечно, это делают врачи и нашего отделения, но некоторые манипуляции им обязательно присутствуют и врача-хирурга. Например, если мы говорим об установке пункционной гастростомы, здесь работают непосредственно два врача, и эндоскопист, и хирург. Потрясающе. Также мы можем выполнять пероральную эндоскопическую миотомию пищевода, о котором мы поговорим дальше, наложение вакуумной системы, эндоскопическую лазерную терапию, ретроградную холангиопанкреатографию с транспапиллярным вмешательством на большом дуоденальном сосочке. И, конечно же, для глубоких отделов тонкой кишки в нашем арсенале есть баллонная энтероскопия с возможностью взятия биопсии, удаления каких-либо эпителиальных образований и остановки кровотечения. Итак, поговорим с вами подробно о такой достаточно широко известной процедуре, как гастроскопия. Показанием гастроскопии являются рецидивирующие абдоминальные боли, диареи, рвота, различные симптомы рефлюксной болезни, а также ее осложнения, подозрения на инородные тела, анемия неясной этиологии, анорексия и потеря веса, различные химические ожоги и кровотечения. А вот что касается противопоказаний вообще ко всем эндоскопическим исследованиям, стоит учитывать, что существует единственное и абсолютное противопоказание, может быть только отсутствие обоснованных показаний, поскольку крайне важно оценить, перевесит ли польза исследования риски его осложнений для каждого конкретного ребенка. Возраст и вес, в принципе, не являются противопоказанием для эндоскопии, и ее можно выполнять детям даже с экстремально низкой массой тела от полукилограмма. А также эндоскопия не показана при неосложненной рефлюксной болезни, при гипертрофическом пилоростенозе, а вот у детей старшей возрастной группы также для оценки функциональных расстройств, включая самостоятельно проходящие абдоминальные боли, либо запоры, либо недержание кала. А какой у вас лично был самый маленький ребенок? Самый маленький ребенок где-то 2,5 килограмма в отделении недоношенных. Мы ставили, заводили ему зонтик для энтерального питания, чтобы он мог кушать. Потрясающе. Итак, во время гастроскопии мы с вами можем осмотреть пищевод, желудок, 12-перстную и начальный отдел тощей кишки с обязательным взятием биопсии слизистой оболочки. Но здесь стоит оговорить, если, конечно же, ребенок нам позволяет выполнить эту биопсию. Иногда дети достаточно негативно относятся к этой процедуре, и у нас хватает лишь времени для того, чтобы все детально и подробно осмотреть. Оценивается проходимость, наличие содержимого, состояние слизистой оболочки, степень выраженности воспалительных и деструктивных изменений, а также источник характера кровотечения.
А на сегодняшний день существует два способа проведения гастроскопии. Это традиционный через рот и так называемый трансназальный. А считается, что трансназальное проведение эндоскопа в 7 раз реже сопровождается возникновением тошноты, рвоты, боли в горле, каким-то чувством нехватки воздуха, что указывает на достаточно высокую эргономичность этого метода исследования. И пациенты, наши маленькие, достаточно охотно в следующий раз приходят на повторную эндоскопию. В арсенале врача-эндоскописта есть такой дополняющий метод исследования для повышения диагностической ценности эндоскопии. Это так называемая электронная хромоскопия. Цветовая гамма при электронной хромоскопии тесно коррелирует с активностью воспалительных и деструктивных изменений и новообразований слизистой оболочки. При этом повышается эффективность и диагностическая ценность исследования. А вот, например, при включении NBI мы четко видим патологическую зону в 12-перстной кишке. Причем этот ребенок к нам поступил с желудочно-кишечным кровотечением, и вот с помощью электронной хромоскопии нам удалось визуализировать этот патологический участок, который в дальнейшем был подтвержден на ангиографии. Это сосудистая малформация головки поджелудочной железы, прорастающая в 12-перстную кишку. То есть это особый режим, вот, то есть вы говорите об особом режиме да. аппарата, оборудования, да? То есть если его в какой-то определенной ситуации включить, то это позволяет, вот, как в данном случае, увидеть это воспаление. Да, конечно. То есть, к сожалению, не все эндоскопическое оборудование оснащено таким режимом, но если этот режим существует, то он, конечно же, бесспорно помогает и врачам-эндоскопистам улучшать диагностику и повышать диагностическую ценность самой процедуры. Существует также еще и зондовая конфокальная лазерная эндомикроскопия или так называемая оптическая биопсия. Конфокальная эндомикроскопия – это метод, позволяющий получить в реальном режиме времени прижизненное гистологическое изображение слизистой оболочки или так называемую виртуальную биопсию. Метод основан на принципе конфокальной флуоресцентной микроскопии. То есть непосредственно во время эндоскопии мы можем получить прижизненное гистологическое изображение того или иного участка, который у нас интересует. Еще одним инновационным методом диагностики в эндоскопии является эндоузи, позволяющий выполнить ультразвуковое исследование непосредственно во время эндоскопии. При этом получить четкую картину строения стенок, органов желудочно-кишечного тракта, а также анатомических структур. Выявить и оценить какие-то патологические новообразования. Показанием для этого метода являются, ну, во-первых, это подслизистые какие-то новообразования, это болезнь печени поджелудочной железы, это различные структуры пищевода, удвоение кишки, анорректальная мальформация, а также свищевые формы болезни Крона. Ну, то есть вот все, что вы сейчас рассказываете, это какие-то дополнительные насадки, да? То есть это вот... Это дополнительный, возможно, инструментарий. А если мы говорим об NBI-режиме, это непосредственно функция, которая встроена в сам эндоскоп. А если мы говорим, вот, например, об эндоузи, это сам эндоскоп, но уже со встроенным УЗИ-датчиком. Да, это определенный стандарт. Спасибо. Для того, чтобы нам с вами оценить состояние игловых ходил тонкой кишки, в арсенале врача-эндоскописта есть видеокапсульная эндоскопия. Но показанием к ней является это гастроцистальное кровотечение неясной этиологии, подозрение на болезнь Крона именно глубоких ходил тонкой кишки, какие-то полипы тонкой кишки у детей с семейными диффузными полипозами, возможно, различные мальформации, либо целиаки или другие нарушения кишечного всасывания. Как, например, на верхнем видеофрагменте представлено изображение источника кровотечения у ребенка с болезнью Крона, а посередине на видеофрагменте представлено достаточно редкое заболевание, так называемый эозинофильный энтерит. Для него именно характерна денатурация ворсинчатого слоя, который ставится с помощью эндоскопии. То есть капсула позволяет визуализировать глубокий отдел тонкой кишки. На самом деле капсула, если мы говорим о маленьком ребенке, да, либо о пациенте, у которого есть язвенный колит, у него перистальтическая активность усилена, и тогда видеокапсула, она проходит весь желудочно-кишечный тракт и снимает абсолютно все отделы.
Итак, какие же существуют преимущества видеокапсульной эндоскопии? Ну, во-первых, это неинвазивное и безболезненное исследование. Она не требует анестезии. А позволяет осмотреть слизистую оболочку глубоких отделов в тонкой кишке. Но, как я уже говорила, у пациентов с младшей возрастной группы и у пациентов с усиленной перистальтикой, например, такого, как при язвенном колите, может осмотреть весь желудочно-кишечный тракт на всем протяжении. А дает высококачественное изображение всей тонкой кишки. Также возможно проведение исследований в амбулаторных условиях. И что немаловажно, капсула – это всегда одноразовый расходный материал, поэтому она исключает возможность инфицирования пациентов. Очень дорого. Все зависит от фирмы-производителей. Но это капсула, скажем так, она необходима, если мы ищем, предположим, источник кровотечения, который мы не можем диагностировать ни с помощью гастроскопии, ни с помощью колоноскопии, ни с помощью каких-то других методов диагностики. А вот капсула нам именно помогает визуализировать именно тот участок, который недоступен для традиционной эндоскопии, и в большинстве случаев поставить правильный диагноз и вылечить уже ребенка. Видеокапсульное исследование состоит из нескольких этапов. Первым этапом ребенок проглатывает капсулу, которая проходит через весь желудочно-кишечный тракт. Все, что записывает капсула, она скидывает на специальное записывающее устройство и выходит потом самостоятельно естественным путем. После этого врач-эндоскопист с этого записывающего устройства, так называемого ресивера, скидывает уже информацию на компьютер и после этого отсматривает и расшифровывает весь полученный материал. Ну да, она одноразовая. Жалко. А нельзя отмыть и хотя бы этому же ребенку. Батарейка сядет. Пробовали. К сожалению, невозможно. Хорошо. Если мы с вами говорим об исследованиях нижнего отдела желудочно-кишечного тракта, то мы с вами должны говорить о двух исследованиях. Ну, во-первых, это ректроманскопия и, конечно же, колоноскопия. Применяется при воспалительных заболеваниях кишечника, при каких-то хронических или парафузных диареях, при подозрении на желудочно-кишечное кровотечение, при тонко-толстой кишечной навигинации, также анемии, неясной этиологии, конечно, при семейном полипозе. Во время колоноскопии мы можем осмотреть всю толстую кишку с обязательным осмотром 20-30 см подвздошной кишки. А в обычном свете, если есть такие дополнительные режимы, то, конечно, еще в узкоспектральном свете. Да, хочется сказать, что обязательно нужно брать биопсию даже из неизмененных участков, потому что существуют так называемые микроскопические колиты, которые глазом не видно, а только гистологически можно поставить диагноз. А во время колоноскопии также оценивается проходимость, наличие содержимого в просвете, состояние слизистой оболочки, степень выраженности воспалительных и деструктивных изменений, а также источник и характер кровотечения. Спасибо вам огромное, было очень интересно. Спасибо и до новых большое. Встреч. Спасибо большое. До свидания.